В Астане стартовала неделя «Астана Медиа Уик», объединившая профессионалов из сферы СМИ. В трехдневном мероприятии на тему «Власть СМИ. Тенденции изменения этика» принимают участие эксперты из дальнего и ближнего зарубежья, журналисты и пресс-секретари из всех регионов страны. Эксперты обсуждают и обмениваются мнениями о влиянии медиатрансформации в мире, цифровой ответственности и безопасности СМИ, а также о медиаценностях. Подробнее смотрите в сюжете. Средства массовой информации по праву можно назвать барометром общества. К тому же каждый год они претерпевают различные трансформации. Особенно высоки темпы цифрового развития. При этом отечественным представителям медиасферы важно оставаться конкурентоспособными. По словам ответственных лиц, это и есть основная цель организации данного мероприятия. Это уже седьмое мероприятие. Прежде всего, основной медиавык направлен на повышение конкурентоспособности отечественной медиасферы, обмен опытом всех наших специалистов, ну и, соответственно, повышение качества и профессионализма нашей всей медиасферы. Я уверен, что «Астана Медиа Уик» является эффективным инструментом повышения конкурентоспособности нашей медиасферы. И к нам сами изъявили желание, это ближнего, дальнего зарубежного, если быть конкретнее, это Корея, Турция, Азербайджан, Россия, Кыргызстан, Польша и ряд других стран. Это очень важное и знаковое мероприятие для всей медиаиндустрии. В Казахстане ежегодно принимаются законы, регулирующие современный медиарынок и взаимодействие со СМИ. На первый план выходят концепции цифровой ответственности и безопасности средств массовой информации, рассматриваются способы предотвращения публикации фейков. В этом плане очень важен опыт развитых стран, представители которых и поделились своими мыслями и наработками. Можно сказать, что английский язык открывает дверь в мир. Знание английского поможет увеличить число корреспондентов, которые смогут работать на международном уровне. Неделя СМИ в Астане – это незаменимая возможность для журналистов региона, которые, по сути, сейчас варятся в собственном соку. На этом мероприятии пройдет множество мастер-классов для представителей региональных СМИ, которые научат их менеджменту, маркетингу, самофинансированию и дистанцированию от власти. В рамках недели «Астана Медиа Уик» будут подняты вопросы развития региональных СМИ, а также пресс-служб. Также запланированы мастер-классы с участием опытных специалистов отрасли. Будет организован показ отечественных фильмов, а участники смогут обсудить вопросы использования искусственного интеллекта в СМИ. Гульмира Тимиргалиева, Данияр Болоспекулы, телеканал ЖТСУ «Астана».